42 года назад меня забрали у нашей матери и отдали другим родителям. Так что мы с тобой близнецы-братья. Познакомимся? Я служу в ГРУ. За последние полгода уже третья операция идет не по плану. Я думаю, что в конторе работает Клоп. Ну что, покатаемся, красотка? Ой, брат, я сама видела, как ты сел в машину, она взорвалась, а теперь ты здесь, как ни в чем не бывало. Так в том-то и дело, что в машину садился мой брат-близнец, а не я, это он погиб. Используют ситуацию как прикрытие. Нет. Это приказ. Прекрасно. Главная твоя задача – это сохранить прикрытие и найти крота. Где ты этого понабрался? Устрицы, артишоки. Я тебя не знаю. А какой я? Тебе нравлюсь больше? Старый или новый? Ирина Пегова. Ты очень изменился за последнее время. А, наверное, нужно серьезно поговорить. Давай не сейчас. Александр Устюгов. Ты когда так стрелять научился? Да я всегда умел, просто скрывался. Я должен сказать им правду. Ты кто такой? Слушай, я уже сам запутался, кто я. Но одно я знаю точно, я тот, кто тебе сейчас наваляет. Близнец. Премьера. В пятницу в 19:40 на НТВ.